В Монголии строят новый международный аэропорт. Для сокращения сроков строительства специалисты планируют перейти на круглосуточный режим работы. Другие подробности расскажет ведущая новостей НЭЦАКТ телекомпании «АЭСТ Монголия». Здравствуйте, Дарья. Сейчас в долине Хуши, где строится аэропорт, идут работы по выравниванию почвы. Кроме того, там строят дамбы для защиты от наводнений. Скоро начнут заливать фундамент будущего аэропорта. Пока работы идут в две смены, однако в дальнейшем ведут и третью смену, что и позволит строить без остановки. А теперь к другим новостям столицы, о них жителям Бурятии расскажут корреспонденты НЭЦАКТ и я, Мирослава Барху. В Монголии состоялся фестиваль сказителей эпоса. С мастерами народного творчества встретилась и наша съемочная группа. В Баян-Лугийском Аймаке есть 10 сказителей. Одним из них является Мэн-Баяр. Он сказитель в 9-м поколении. Это люди, которые уважают и почитают природу. Люди, которые общаются с хозяевами земли. Вот, когда читается сказание, телу становится легко и хорошо. Есть сказания, в которых содержится более 4000 строк. Для сказания нет определенных рамок и правил. Не нужно учить все по порядку. Сказание связано с религиозными поверьями. Сказания даже поют, чтобы исправить судьбу всей семьи или одного человека. Чтобы избавиться от трудностей, избежать смерти и вылечить болезни, поют определенные сказания, как «Давон Харбух», «Наранху Хан», «Зул Алдар Хан». Чтобы позвать удачу детям и семьям, поют другие сказания. Алтайские тувинцы исполняли сказания с религиозным смыслом. Есть сказания, имеющие свой смысл, например, на удачу, здоровье, защиту от бед и болезней. В 2009 году ЮНЕСКО включила эпос монгольских народностей в список нематериального культурного наследия. Центр культурного наследия Министерства культуры, спорта и туризма, Исследовательский институт филологии научной академии, Монгольская национальная комиссия ЮНЕСКО организовали совместно симпозиум «Эпос Центральной Азии». Для защиты национального эпоса нам не хватает человеческих сил и ресурсов. Если захотим оставить в наследие 200 эпосов, которые существуют в Монголии, то нам потребуется около 40 сказителей, исполняющих по 2-3 сказания. Чтобы оставить и передать в наследие для нашей молодежи, нужна обдуманная государственная планомерная политика. В симпозиуме приняли участие более 100 ученых из 15 стран Монголии, России, Внутренней Монголии, США, Кореи, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Конго и других. Я думаю, что нам нужно изучить и исследовать древние документы, сказки, сказания. На встрече ученых и исследователей говорилось, что для изучения национального эпоса нужно изучать культурное наследие устного фольклора. Сегодня алтайское сказительство у нас внесено, ну, такой тоже аналогичный список Российской Федерации. То есть на уровне России мы его внесли как список, сделали каталог алтайского сказительства. В том числе там у нас тувинцы есть, тоже горловое там пение есть. Поэтому работа большая ведется. У нас есть там международный курултай сказителей, исполнителей горлового пения. И он проводится каждый год. И каждый год у нас обновляется, у нас все моложе становятся исполнители. Как и многие народы мира, башкиры имеют очень древний эпос. У нас в настоящее время известны 12 больших эпических сюжетов, и из них самый главный «Урал-Батыр». Мы свой эпос изучаем, пропагандируем. И вот, как известно, в последнее время возрос интерес мировой общественности к эпосу народов мира. И сегодня мы не зря присутствуем на этой конференции, где рассматриваются проблемы изучения эпоса народов Центральной Азии. И мы очень рады, что мы вписались в это мероприятие. Есть сказания, для исполнения которых необходимо долгое время. Например, есть такие сказания, которые исполняют в темное время суток зимой, начиная с 16-17 часов вечера и до 9 часов утра. Потом снова начинают исполнять вечером в то же время в течение 2 дней. Национальный инструмент, на котором исполняют сказания, делают из черного дерева, сверху покрывают козьей шкурой. Этот инструмент помогает запоминать многочисленные строки сказаний. Симпозиум будет проходить с 5 по 7 августа. По итогам симпозиума будет издана совместная книга. Долгор Сурен, Энгбилек, АЭСТ Монголия. Современное искусство Китая монгольским ценителям по приглашению министра культуры, спорта и туризма страны АЮНГРЛ и Союза монгольских коллекционеров в Улан-Батор приехали известные художники из Пекина. Они представят свои работы на выставке в галерее Маршалтаун. Все подробности в следующем сюжете. Китайские художники и мастера декоративно-прикладного искусства приедут в Монголию в составе 14 человек. Председателем же делегации станет известный не только у себя в стране, но и во всем мире Лю Дайвэй, президент Международного союза художников. Впервые
Мировые именитые мастера почти с каждой провинции Китая представят более 30 своих работ в Монголии для ценителей современного искусства. Через свои творения они расскажут, как меняется и развивается искусство в Китае. Церемония открытия выставки состоится уже завтра. Принимать такую именитую делегацию – большая честь для нас. Председатели Союза художников провинции Китая, талантливые мастера, профессора, доктора искусств – такого еще никогда не видела Монголия. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество наших талантов, монгольских и китайских. По словам организатора выставки, современное искусство Китая можно разделить на 4 темы – человек, природа, растения и животные и художественная письменность. И в каждой из них мастер создает свои работы в особой технике. Художники и участники выставки представят картины и скульптуры в темах человека, природа и в технике шие, которая отличается тонкостью нанесения краски и точностью изображения. Для того, чтобы освоить ее, художнику нужно обладать не только талантом, но и большим терпением и твердой рукой. Китайцы не только представят свои работы, но и поддерживают. Делятся опытом с монгольскими коллегами и расскажут, как создавался каждый экспонат. Монгольско-китайское искусство в чем-то похоже, но и между ними есть большие различия, особенно в техниках работы. Китайцы отличаются тонким подходом к работе, и поэтому их можно отличить по ювелирной точности изображения. И нашим художникам есть чем поучиться у них. Выставка будет работать в течение 2 недель. После этого китайские художники отправятся в тур по эмакам Монголии – Хувсгул, Дархан-Ул, Архон и Сленге. Они своими глазами увидят, как живут кочевники, познакомятся с их культурой и обычаями и в дальнейшем откроют уже в Китае экспозицию, которая будет посвящена Монголии. Светлана Шантагарова, Откомпат, АЭС, Монголия. Вы смотрели международный информационный выпуск «Середина земли». О новых, самых интересных событиях соседних территорий расскажем завтра.